Теперь как войти в свой кабинет? Terra7, нажали свой логин, нажали свой пароль. Это я вам показываю. Авторизоваться. Все, вот вы вошли в свой кабинет. Первая ссылка, она, вы будете отдавать тем людям, которые, ну, хотят посмотреть просто как интернет-магазин. Вторая ссылка, вы даете тем людям, которые хотят так же, как и вы, открыть кабинет со скидками. Теперь как сделать заказ? Вот смотрите, вот тут кнопочка «Разместить заказ». И вот мы смотрим. Вот вся продукция. Видите? Тут можно по одному заказывать, можно по три заказывать. В LF видим. 1,49, 2,99. Вы не забывайте о том, что первый раз мы платим за кабинет $20 плюс доставка 17. Во второй раз вы уже не будете платить 20, то есть 3 лева вам будут обходиться там $117. Так, вот SLR, вот китсы, о которых я говорю 80 день, вот это Regiven 69, вот 109, вот откуда мы берем цены. Вот эта вода очень-очень хорошая. И вот пошли уже цены. Но, опять-таки, узнавайте, потому что по каждой стране свой таможенный сбор. Например, в Украину больше 150 заказывать на $150 нежелательно по одной простой причине, потому что там будет таможенный сбор. Поэтому лучше списывайтесь со мной, чтобы я вам объясняла какие-то тонкости, которые... Вот вы заказали, например, там, добавить в корзину. Вот, например, там заказываем, смотрите, молоко для Украины 82 штуки. Вот, добавить в корзину. Все, теперь вы можете или продолжить покупки, или посмотреть корзину. Тут все. Следующее видео запишу, как делать покупку.